Сплоченное Трухановым сепаратистское большинство Одесского городского совета на сегодняшней сессии в очередной раз отказалось признать Россию агрессором. Представители одесских и общеукраинских СМИ задаются вопросом, а что бы произошло, если бы в повестку дня сессии был бы внесен вопрос о признании России освободителем Крыма, Донбасса и всей Украины? Открыто журналисты и эксперты обсуждают вопрос, сколько в долларовом эквиваленте может стоить предательство городских депутатов, слепота государственных органов и во что эти грязные игры обойдутся в конце концов Одессе и всей стране. Это была самая позорная сессия, наверное, за все время независимой Украины в целом и за все время существования депутатского корпуса 6-го созыва в частности. И сами депутаты и городской голова Геннадий Труханов, кажется, показали все, на что они способны. А способны они, как, впрочем, и следовало ожидать, лишь на дерибан земли в выдающихся размерах, да, лоббировать свои собственные, личные интересы, местами переходящие в настоящие аферы. Так, ничтоже сумнявшийся, наш депутатский корпус с легкой руки члена партии «Доверяя делам» Павла Вугельмана взял да и отдал в концессию Одесгорсвет, состоящего из электросети, внешнего освещения и трансформаторных подстанций. То есть теперь наружное освещение всего города переходит в чьи-то частные руки. По какому праву депутаты и городской голова лишили нас того, что должно принадлежать исключительно громаде? Если раньше властям то, как паршиво освещены одесские улицы, было просто до лампочки, то теперь проблема освещения до лампочки вполне себе официально. А еще наши депутаты торопливо, чтобы успеть до выборов, уже никого и ничего не стесняясь, наскоро порешали насущные для них депутаты вопросы. Проект решения о передаче земли в частные руки неким явно подставным гражданам, организациям и фирмам принимались не просто без обсуждения, а прямо блоками, то есть скопом. Еще при обсуждении повестки дня депутаты проявили небывалую активность, внося с голоса поправки и предложения. И что самое интересное, все это принималось и одобрялось с небывалым добродушием остальными коллегами по корпусу. В этот момент пришедшие на заседание активисты ждали, когда же наконец будет внесен повестку дня самый, подчеркиваем, самый важный вопрос о признание России страной агрессором. Напомним, этот вопрос должен был рассматриваться депутатами на предыдущей сессии в конце августа. Однако наш трусливый депутатский корпус во главе со своим таким же трусливым хозяином Геннадием Трухановым ту сессию попросту саботировали. На этой вроде бы был уже и депутатский кворум, и сам голова. Однако вопрос о признании России агрессором вновь оказался провален. Не выдержав, активисты с криками «Ганьба» и «Труханова на свалку» прорвались в сессионный зал. В руках у них были мусорные пакеты. Одного из активистов, Сергея Гуцелюка, тут же окружили несколько весьма крепких ребят в штатском. Они схватили активиста и буквально потащили того к выходу. До места, где выседал голова его правая рука Олег Брындак, активистам добраться не удалось. Но кое-кто из соратников мэра все-таки не избежал мусорного кулька. Депутату Роденцу Казарновскому пришлось на себя мусорный пакет все-таки примерить. На помощь трусливо поджавшим хвост депутатам подтянулись парни в штатском, судя по бейджикам, и с департаментом муниципальной безопасности. Примерно по 5 безопасностей на каждого активиста. Пока крепкие ребята боролись с активистами-мужчинами, одна из слабых женщин, Алина Подолянка, не слабо сразилась с роденцами-сепаратистами. Впрочем, и здесь нашлось, кому отпихнуть женщину от депутатов, как бы мужчин. Справиться с остальными было сложнее, но муниципальная орда навалилась скопом. Руки уберите, не распускайте, ребят. Никто не распускает. Никто не распускает. Последние слова, которые услышал Владислав Болинский, когда его силой волокли по закрытому уже от прессы коридору власти. И уже там, за дверями, несколько человек, по словам активиста, принялись бить его ногами. Сергея повели вперед, там несколько человек, а 5 человек из охраны, порядка 5-6 человек, которые выводили меня. Они просто скрутили руки, держали, повалили на пол. И двое держали, а двое реально избивали в живот, по почкам. К слову, как сообщает интернет-издание «Новый регион», вопрос о признании России страной-агрессором должен был вносить депутат Виктор Нумчак, который входит в пропрезидентскую депутатскую группу «За европейскую Одессу». Ее контролирует народный депутат от блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Однако в последний момент Нумчак внес вопрос о создании депутатской комиссии, которая должна разобраться с проблемами сквере-шклерука. Его включить в повестку дня, превращать как бы такой серьезный вопрос в цирк, мне не хотелось бы.
В результате получился действительно даже не цирк. Тут, как говорится, цирк уехал, клоуны остались. И назвать всю эту сплоченную в едином фракционном порыве гоп-компанию и кампанию по-другому назвать невозможно. Многие главы фракций и депутатских групп говорили о том, что на сегодняшний момент нормализовалась ситуация на Востоке. Больше 10 дней там никаких боевых действий не ведется. 12 числа состоится заседание министров иностранных дел. Потом вроде бы президент должен встретиться с президентом Путиным и канцлером Германии и Франции. В общем, многие ссылаются на то, что успокоилась ситуация, не нужно ее ворошить. Между тем, одесский активист уверен, и сам Наумчак просто отказался от вопроса о признании России агрессором в обмен на сквер Шклярука, где у него есть свои интересы. Ничего удивительного. Мы помним, что Наумчак – это представитель партии регионов, который в свое время голосовал, чтобы Янукович кроваво разогнал Майдан. Мы помним этих людей. Вот недавно мы опубликовали список всех, кто голосовал «за». И ничего удивительного. Меня удивляет другое, что команда президента включает таких людей в свой список. Понимаете, я хочу сказать, что сущность их не меняется. Вот он сегодня продемонстрировал, что вопрос своей хатынки на 9-й станции в сквере Шклярука, которую в свое время он тоже оттяпал от зеленой зоны, он поменял на вопрос государства Украина, независимость и так далее. Вот это цена вопроса. То есть эти люди продадут все и вся, понимаете, любому, кто им больше заплатит. И, к сожалению, вот эта непереборчивость БПП, я не знаю, кто формирует списки, кто подает президенту эту информацию, но вот эта непереборчивость и приглашать в списки, кого попало, вот это заканчивается такими вещами. Вот это наш горсовет и его цена. Знаете, больше всего угнетает тот факт, что акт публичного предательства интересов Украины в Одессе был совершен от имени Петра Порошенко и его формальными соратниками. Это они, крашеные и перекрашенные, никчемы, ищущие в политике лишь преференции для своего бизнеса, уже решили от имени главнокомандующего судьбу войны и статуса участвующих в ней сторон. Знает ли об этом президент? Хотя, впрочем, так ли уж это важно, если об этом знает вся Одесса. Алена Фомич, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».